Как открыть свое дело? Ангарских студентов будут обучать основам бизнеса. Авторы нового проекта – администрация города и молодежный парламент. В июне студенты встретятся с известными предпринимателями и бизнес-тренерами, а в сентябре посетят обучающие семинары. В проекте может принять участие любой желающий. Главное, чтобы он проживал на территории города Ангарска. Заявки принимаются в отделе по молодежной политике администрации города Ангарска. Мы приглашаем всех учащихся, студентов поучаствовать в этом проекте. Такой проект проводится в нашем городе первый раз. Учебный процесс завершится специализированной ярмаркой. На ней студенты смогут воплотить свои бизнес-идеи.